Здравствуйте. Несколько слов об устройстве ручного и помпового опрыскивателя от Демартино. Ручной опрыскиватель и помповый опрыскиватель по работе не отличаются друг от друга. У каждого опрыскивателя есть помпа, которая накачивает в колбу воздух, тем самым повышая давление. У Демартино это до 3 атмосфер. А колбы от Демартино отличаются тем, что имеют гарантию 3 года. В частности, вот эти колбы из толстого пластика. А колбы из более тонкого пластика, но само устройство имеет клапан, который автоматически будет стравливать давление, если оно превышает 3 атмосферы. То есть колба не сломается, не лопнет, в отличие от более дешевого пластика. Ну, по опыту могу сказать, что вот такие колбы, они, если не вечные, то могут служить очень и очень долго. Все остальные части можно заменить, они отдельно продаются с течением времени, через, ну, где-то через 10 лет по отзывам наших покупателей необходимо менять прокладочки, резиночки, но это зависит от использования, насколько часто вы используете ваши опрыскиватели. Ручной опрыскиватель или помповый большой с такой небольшой ручной помпой или с помпой более удобной, более крупной для нагнетания давления.